Всем привет. Знаете, вот я хочу сделать полный обзор всей коллекции, но я думаю, нужно начать то, что за эти 3 недели у меня случилось. 3 гиганта. 3 гиганта умерло. Да, очень жаль. Одна пулька у меня уехала, а эту красную я был оставил. Сначала Ангустилокас ушел. Потом ушел Тарсатус. Воздух попал. Потом исправлю. И в самом конце пулька. Все-таки она не выжила. А это я просто то, что у меня было 2 года назад. Динапанера. И очень бы было хорошо показать их всех вместе, но не получится. У меня формикари расширились. Сейчас каждому покажу, расскажу, как они у меня живут. 2 больших. Ну и аквариумы. Здесь у нас Круентатуса. Здесь у нас мессеры Барбаруса живут. Этих 2 аквариума я не буду доставать. Здесь у меня наготове для листорезов. Их возьму. Ну, разные образцы. И коробка заключения. Начнем полный обзор. А, да, я вчера. А, 2 крематогестера нашел. Одна уже крылья сбросила. Даже сейчас их и переселю. Даже можно будет завтра сравнить крема с эквадорским рачаем. Ну что, начнем обзор. Начнем из формикари. Начнем из больших формикари. Это у нас формикари от Анс Минск. Здесь у меня Никобаренсиса. А какая мусор они сделали. Свалка. Все никак. Руки не дойдут убраться. Ну, не знаю, их где-то, возможно, 200-300. Может, меньше. Но много. И здесь у нас форели. Моя старая колония. Знаете, вот я когда смотрю, иногда люблю смотреть старые видео, обзоры колоний. И что самое интересное, они есть всегда. У меня они еще из самых первых, ну, когда вернулся к муравьям, где-то в сентябре, я их получил где-то в сентябре или в августе 2019 или 2020, я уже не помню. Ну, давно. Так, начнем всех по порядку. Здесь у нас Сингуларис. Уже. Ну, они при мне где-то только 3 или 4 рабочих новых вывели. Очень долгое развитие. Это моя Лигниперта.
из Германии, которая еще бегала с Дино Панерой. Из Дино Панерой, Клавато и Мирмети. С многими она познакомилась. Но сейчас у нее как-то с развитием затормозилось. Но к осени идет. Здесь у нас от цвета вышла Санктус. Очень хорошее развитие у них. Да, чем отличается Санктус от Балдачи из Турции? Грудь. Видите, черная сверху. У Балдачи светлая, желтая. Да, и первый таргет больше. Здесь у нас экиноплы. Так, где они спрятались? А вот здесь бегают. Здесь они бегают по вилке. Так, в основном они в этих деревяшках живут. Ничего не видно. Так, следующее. Здесь у нас пожарники. Спят, как всегда. У них, заметил ночью, больше активности. Campanatus rufipes. Покупал как Campanatus brasilianus, но... У нас, как всегда, определители продают виды не те, которые на самом деле. Это у нас настоящий Руфипес. Развивается хорошо. Все жду увидеть солдата. Так, следующее. Это у нас следующий ряд. Начнем. Тетрапанера рофонигра. Очень агрессивный вид. Так, где? А, вот королева. Как видим, уже куколки много. Пандоры. Так, следующий у нас это новички моей коллекции. Катаглиссофис Розенхайер. Бегунки. Так, это кто там стучится? Сейчас еще к вам перейдем. Там и трицепса. Так, приехал. Я их переселял. Так, расплода пока не... Я когда их и переселял, расплода не было.
Испании много разных катаглифосов. Еще, возможно, возьму себе Хиспаникус. Ну, Велозу можно снова. Ну, и те, кто стучат. А трицепс. Солдатик. Компонатус атрицепс с французской Гвианы. Тоже большая колония, развивается королева. У нас красотка. В полоску. Эх, помню. При переселении что-то ее не измерил с лейнипердой. Но сейчас уже не... Те, что у меня в фармикарии, я их уже не достаю. Разве если буду переселять в новый фармикарий? Следующие афиногастеры. Мадагаскарские павуки. Можно назвать. Колония развивается хорошо, хотя многие уже кресты ставили на них. Здесь у нас королева. Вон уже куколки длинные. Есть расплод. Вот скоро будет выставка в Модене. Это где-то 150 километров от меня. То вот думаю, если я поеду, это суббота или воскресенье, на выставку, то их обязательно возьму. Там буду показывать разные редкие виды. Компонатус К02. У меня это тоже очень хорошо развивается колония. Уже их много. Все интересно солдатика увидеть. Ну, думаю, еще увидим. Еще старая надпись, я просто ее цепил. Я думаю, что это у нас настоящий компонатус арагонс, потому что я рабочего осматривал. Так, правильно, к людям в задницу. У них волосистость на груди, на теле, так как арагонца. Да и королева похожая. Я думаю, что это как раз и настоящий компонатус арагонс. Хотя могу ошибаться. Нужно будет кеш. Но я лично убивать не планирую. Когда уже будет трупик, а вот волоски видно на спине, как у арагонцев. Так, поставь. Это я ее туда высыпал, то не трогай.
конечно, если бы был солдатик, то уже бы проще можно бы было. Но все равно, я думаю, по рабочим, когда будет тропик с ремня, это у нас Компонатус из Сингапура. Еще узнаем, что за зверь. Вот такие у нас красавицы. Итак, и последний ряд. Здесь у нас Компонатус туркестаникус. Из Китая. Недавно я про них показывал. Так и у них солдатиков я и не видел. Хоть колония уже большая. Ну, не знаю, еще посмотрим. Может, повезет. Так, здесь у нас тревога. Это у нас мессер мутикус из России. Еще подарок от Евгения. Бывшие экструкторы. Следующий, это у нас Эквадора, Компонатус Рейнджерес. Я не видел. Один немного крупный, как солдатик. Это уже у нас не минер, а медиум. Появился у них. Компонатус Лейдиги. Я их хотел был недавно переселить. Осталась одна королева, все как-то погибли рабочие. Но решил не тревожить. И смотрю, появились три рабочих. Третий немного крупнее, где он спрятался, а вот здесь. Что-то там прячет. Все хочется увидеть их солдат. У них там солдаты очень уникальные. И последний, кого я переселил, это у нас погономерницы. Два рабочих уже родились здесь. А королева пока семенами играется. Чем интересен этот вид бадёса? Этот единственный вид из погономермиксов, который имеет солдат. Остальные погономермиксы у них вроде нет. Там полиморфизм, но нет майора. Светленький, это сегодня родился. Я смотрю, королевы, я даже не мешаю со светом. Она занятая.
Ну, будем смотреть. Как-то у меня уже был Бадиус, но там, скорее всего, был подкидыш, потому что рабочий был Барбадоса. То есть это Барбадоса всегда. Маленький. Сидит так, этот вышел, да. Вот этот уже родился крупнее. Ну, будем наблюдать. Я уже рассказывал про этот вид, как у них целые федерации колоний. Несколько колоний, каждая колония имеет свою королеву, но когда на них нападают воинственные эктотомы, они все объединяют большую армию и отражают агрессию. И вместе еще создают армию и идут на термитов. Так, ну здесь у нас все. Ну и коробка заключенных, моя кошка. Ну, это у нас посылка уезжает к Максу. Здесь у нас неопанера велоза и образцы. Там один фотограф просил. Ну, вы, может, видели в интернете фотографии голов муравьев. Там очень красивые, и со стороны многие пользуются его фотографиями. Он меня просил филиппинских муравьев образцы. Так, здесь у нас, это у нас пеликорнесы, выжившие из легендарной посылки. Здесь у нас лигниперды, 10 штук уже даже с рабочими. Но это у нас полячки. Так, каждого доставать, показывать. Это не хочу, чтобы снова видео на час вышло. Давайте мы вот так посмотрим. Те, что подписаны, то можно и не комментировать. Это у нас эндемик Греции. Это у нас Эригенс. Марокканка новая. Это, ну, это не Мистурус, но я ее называю Мистурус Дарк. Темный. Уже 4 рабочих. Это у нас Компонатус Тиханус. Я только до одного рабочего поднимал. Это Компонатус Чилиенсис. Из Чили. Золотистая красавица. И возле нее тоже золотистый полирахис и ладата. Так, это у нас Компонатус Фалакс с России. Я их на выходных хочу переселить, потому что мне пробирка уже не нравится. Здесь у нас Поликтенна, одиночка. Здесь у нас это бочка Плакодапс. Компонатус Мистурус. Грандис. Лазиус Грандис из Испании. Здесь форминка Поликтена вторая. Здесь это у нас
Циркунопектус, Индонезия. Уже с многими рабочими. Мирмикария натальенсис из Кении. Здесь у нас Кампонато Шотодени из Нигерии. Кампонатос Геркулианус испанский. Это Кампонатос Бальцани. Что-то только до двух яиц. До личинок не доводил. Крематогестер ручай. Уже много. Эксимиус с огромной личинкой. Возможно, будет солдат. Где второй рабочий спрятала? А вон. Ну, одна из моих любимец. Кристи. Сколько нам? Все жду, может, уже повезет. Увижу все-таки рабочую. Но у нее вроде было два кокона. Да, так и есть, два кокона. Так, Кампонатос Реборс с Эквадора с четырьмя рабочими. Кампонатос Витатос с Эквадора тоже уже развинулось хорошо. Это Трункатос с Латвии Атенго. Мессор Гала. Но Мессор Гала уже завтра уезжает. Это Пеликорнис. Но я здесь, у меня два Пеликорниса. Я, так что по пробирке не стучались друг об друга. Эти Пеликорнисы, это с легендарной посылки. Как видим, пузика объели. Это Кампонатос Чиненсис записано, но это Глойскурсис. Возле нее Аренариус с двумя личинками, как парень написал. Поздравляем, у вас мальчики. Посмотрим. Так, здесь у нас Кампонатос Супнудус. Но этот Супнудус прятался, если честно, здесь мало шансов, чтоб снова колония была. Это у нас Лазиус, легендарный Лазиус Нигер. Мессер Клеворум с России. Маника Рупида. Формика каникулария и Кампонатос латералис. Здесь Пеликорнисы. Под низом у нас Делиходерес биспинозус. Первый, второй каникулария. Потом это у нас филах. Один. Филах второй, филах третий. Это Крематогестер ручая. Кампонатос рейнджеры. Пеликорнис. Рейнджеры. Пеликорнис. Это Астека форели. Это у нас
Крематогестер Рочая. Кубинка Субститус. Нужно будет ее с Витатусом сравнить. Рейнджеры. Это Вагус из России, который у меня как линейка идет. Видите, вот пробирки, они как-то рейнджеры сразу больше, чем она. Но когда их сравниваешь на моей арене, они как-то одного размера практически. Поэтому в пробирках я считаю неправильной. Здесь зависит от стекла. Это у нас тоже рейнджеры. Это у нас пеликорнисы из легендарной посылки. Так, что-то, наверное, вот так лучше свет. Это рейнджеры. Это у нас ксианбаны, панды. Туркестанус. Здесь у нас темноторекс спрятался. Филах. Это мой мимикус. Кушает. Бочка. Потом Силватикус. Эти одни из самых агрессивных муравьев в Европе. И я потом видео сброшу, там они очень интересно передвигаются к брюшкам кверху. Так, это у нас тоже золотистый Дарвини из Мадагаскара. Но у него у меня как-то не поднимается больше личинки. Рабочих никак не увидим. Снова есть два яйца. Главное, приехала, то практически месяц даже яиц не было. Так, это у нас псевдоколобопсис, этот с Эквадора, это с французской Гвианы, уже с двумя рабочими. Так, здесь у нас опасные звери, гномики. Апикалис. А нет, не апикалис. Армата. А вот здесь апикалис. Так, что ты настраивайся? В апикалисе уже есть яйцо. И вот такое. И у нас здесь тоже муравьишки, которые уедут. Здесь у нас пеликорнис, силватикус,
Афины гиббозус. Я их так и не измерил. Знаете, у меня был план их вместе королеву измерить вместе с королевой водоскаркой. Но там уже не достанешь. Это у нас Афиногастер гиббозус. Здесь у нас еще мономориум. Он там внизу бегает. Ну все. На этом все. Кто я знает, может где-то через год, через два буду смотреть. Будет интересно увидеть, что у меня было. Это иногда интересно наблюдать, какие виды 2 года были, 3 года назад. На этом все. Всем спасибо за просмотр.